Понравилось, как провел поединок? Ну, звичайно, рівень цього турніру, перший раз на такому рівні виступаю. Ну, але план трошки бою не пішов. Ну, то, що планували, нам не дуже вийшло. А що саме не виходило? Ну, ринг трошки був слизький, в мене ще такі перший раз в своїх боксерках боксірую. І вони дуже слизькі, ну і дуже слизько було, не міг нормально стояти на ногах. І то, що я вмів, не показав абсолютно. То справа тільки в боксерках? Справа тільки в боксерках цього разу. А взагалі суперник чим здивував? Чи хотіли перемогти там повну дистанцію? Ну, чи... Планував, звичайно, досрочно виграти. Але, я ж кажу, мені не вийшло абсолютно, не пішло. То, що ми відпрацьовували на тренуваннях, мені не вийшло абсолютно. Ну, бажаємо вам, по-перше, не слизького канвасу і доброго щеплення з боксерками, ну і перемагати. Дуже дякую. Щасти. Александр говорил, что, в общем, канвас очень скользкий, не удавалось ему... Да, у Саши вообще не пошел в бой, я не знаю, там, разбираться будем с боксерками, почему он одел боксерки. Ну, я думаю, что они лысые, старые, то есть там стертая подошва. Может, удобно, он посчитал, что... Ну, не знаю, почему, я как бы, может быть, не знаю, должен я этого контролировать. Ну, как бы, не знаю, почему, но на ринге он вообще не мог поймать опору. И не пошел в бой. Он сразу же психологически почувствовал в первом раунде, что он едет на ногах, опору не чувствует. А это, ну, это нервозность, это все. Это рисунок боя сразу портится. Ну и он, в принципе, я считаю, что именно вот этот вот момент с боксерками, с его неустойчивостью в ринге, повлиял на красочный бой. То есть, ну, это опыт. Да, это опыт. Он занервничал. Да, где-то потом в третий-четвертый раунд чуть подсобрался, начал уже подсобираться, активничать. Ну, все равно считаю, что сделал мало и меньше, чем должен был. Должен был, я от него ожидал более яркой победы. Ну, готовясь к бою, а после поединка, если поединок не пошел, остается только одно – разобраться, в чем проблема, и устранить ее. 100%, да. Будем искать проблему. Чтобы у вас не было проблем в ринге, и чтобы ваши подопечные... Спасибо. Будем надеяться, что дальше будет только победа.